Привет всем! В этом видео хотел поговорить о расчетах коробов для саба. В общем, картина такая, что, допустим, пишут мне люди и говорят: «Хочу чертеж, сделай мне чертеж». На что я отвечаю, там, спрашиваю, точнее, какой у вас усилитель, там, сабвуфер, что вообще хочется и так далее. Говорю: «Расчет платный, стоит столько-то, столько-то». И все. И человек после этого, ну, в большинстве случаев ничего не отвечает. Или пишет: «А я думал, это бесплатно». Собственно, об этом я и хотел поговорить, то есть объяснить вообще, что к чему, и почему, собственно, это дело, за это дело берутся вообще деньги. Как и все остальное, это тоже работа. И причем на чертеж уходит до 2 часов времени. То есть сидеть, рассчитывать, рисовать это все. Один раз я вообще 4 часа считал, потому что были сложности. И я думаю, что когда столько времени уходит, нужно как бы, ну, если не двойную, то какую-то накидочку делать к основной стоимости расчета. Значит, хочу объяснить, потому что вот большинство людей думают, что это бесплатная услуга, и мне непонятно, почему они так думают и считают. То есть это равносильно тому, что написать мне: «А сделай мне короб и бесплатно». Ну, там материал, работа, там, грубо говоря, несколько дней, там 3 на один короб уходит, а то и больше, и недель. Это вот писать: «Сделай мне короб бесплатно». Вот. Значит, чертеж вот делается, ну, в 2 часа, грубо говоря. То есть это с помощью программы нужно посчитать порт, объем, все остальное. Это как JBL Speaker Shop программы, Basport и так далее. Их несколько. Потом это в 3D-редакторе все отрисовать, все поставить размеры, все это проверить. И на это уходит время, и не один человек пишет в день: «Сделай мне чертеж», а их несколько бывает. И то есть, грубо говоря, если 3 человека написали, то есть 6 часов я должен вот сидеть, если по 2 часа на чертеж, на работу брать. То есть 6 часов я должен сидеть, не поднимая задницы со стула, и, по мнению некоторых людей, делать это бесплатно. Как-то, ну вот сами подумайте об этом. У всех есть семья, всем кушать тоже хлебушек хочется и так далее. Вот. На вопросы ответить, там какие-то советы дать, пожалуйста, да, пишите. Мне люди пишут, и много, и часто, и спрашивают, и все, я отвечаю бесплатно. Чем могу, тем помогу. Сколько знаний, короче, есть, я все отвечаю людям на их вопросы, рассказываю бесплатно. Вот. Собственно, чертеж, извините, это я сижу, делаю работу, это не раз вот так вот я хоп, посмотрел куда-то и готовый чертеж, это на это уходит время, много времени. То есть вот пишу это видео, чтобы люди понимали, потому что все думают, что это бесплатно, и тут же сливаются, и не знаю, для кого-то, может быть, это дорого. Не буду говорить стоимость, я ссылки все в описании оставлю, и в группе давно это все написано. Потому что кто сейчас смотрит это видео, это может одна цена быть, а через год, через 2 посмотрит, цена может поменяться, поэтому не буду озвучивать. Вот. Для регионов это может показаться, что это большие деньги, но понятно, что там зарплаты меньше и люди меньше получают. Вот. Если есть готовые чертежи, мне как бы не жалко, я бывало и делился, и ссылки давал там и тому подобное. Но вот если человек пишет, как вот у меня такой-такой динамик, у меня нет чертежа, как бы, если бы он был, я ему, конечно, дал, мне не жалко, бесплатно бы дал. Но так как его нету, его нужно сделать. А так как я сказал, что это работа, ну, бесплатно никак не получается. Раньше на канале я выкладывал и разные, много чертежей было в бесплатном доступе. Многие делали там, пилили короба по ним. Как бы это было давно. Не сказать, что они прям все чертежи эти идеальные были, так как это все-таки унифицированные такие были. Потому что у всех
разные усилители, разные автомобили, разные предпочтения в звуке, разные настройки могут быть, как бы, поэтому вот индивидуальный чертеж, он и стоит определенных денег, потому что все делается конкретно под человека, под его систему и тому подобное. А так, пожалуйста, на канале полно было чертежей этих бесплатных. Сейчас как бы я не считаю, не выкладываю. Сейчас, ну, немного другие видео стал снимать. Вот. Ну, может быть, когда-нибудь еще что-нибудь посчитаю, выложу. Там просто сейчас в комментариях не просят особо, там, сделал такой чертеж, сделал такой. Раньше писали. Вот. Еще хотел сказать вот про то, что вот я говорил, то, что вот если несколько человек в день напишут, то, что вот не безвылазно можно сидеть, это считать целый день, и как бы, ну, если это бесплатно, ну, это же ненормально, я не волонтер, и вот представьте, любой из вас будет вот сидеть просто целый день и кому-то просто считать тупо на... как волонтер и по доброте своей душевной. Нет, не будет же, правильно? Вот поэтому, собственно, но я надеюсь, что вы посмотрите это видео, и те люди, которые так считают, поймут, что, ну, как бы, по-другому нельзя, не может быть. Вопросы, пожалуйста, а чертеж, ну, так вот, платные они. И, по-моему, видео я делал, и в группе точно в товарах написано при обращении за чертежом сразу, что нужно называть, какую информацию давать мне, на основании которой я буду делать чертеж. Это сразу, вот если есть желание получить чертеж, то есть пишите, сразу говорите, какой у вас усилитель, какой у вас сабвуферный динамик. А какая машина, какой автомобиль, размеры, пространство, куда хотите ставить ящик, обязательно сразу писать. Потом, какая музыка слушаете, какие-то у вас пожелания по оформлению, что-то, вот это все тонкости писать сразу, потому что я каждый раз это сам переспрашиваю, то есть это лишнее время. Да, еще, кстати, вот когда, помимо того, что сама работа занимает пару часов, да, то есть и бывает с человеком час просто сидишь и переписываешься. А что это спрашиваешь, вот чтобы на это время не уходило, пишите сразу всю инфу, кто хочет заказывать чертежи. И плюс вот эти вот переписки, это тоже занимает время, то есть можно приплюсовать к этим 6 часам, и получится как тупо обычный 8-часовой рабочий день. Вот. То есть сообщайте всю информацию по поводу короба, потому что это все важно. На основании этого рассчитывается индивидуально, с максимальной точностью и по вашим предпочтениям ящик, под вашу музыку и железо и так далее. Так что без обид, пишите, обращайтесь, ставьте лайки и бесплатные советы могу точно гарантировать. Всем пока!